Сургутском государственном университете сейчас комбинируют форматы обучения. То есть студенты-очники также выполняют задания и на онлайн-платформе. Материалами ее наполняют преподаватели вуза. Педагоги отмечают, что так даже удобнее контролировать процесс, поскольку система позволяет увидеть, сколько времени студент потратил на изучение того или иного предмета. Также с помощью веб-платформы можно проводить тестирование. Программа сама просчитывает и анализирует ответы. Сейчас мы находимся на такой форме обучения, когда у нас часть занятий проводится онлайн, часть в аудиториях. В аудиториях только малыми группами. Там, где лабораторные занятия, в компьютерных классах, чтобы мы могли рассредоточить наших студентов. Лекции, семинарские занятия мы проводим онлайн.